Лимон зеленку не оттирает, муравьиная кислота в 100 раз лучше. Так политик Алексей Навальный прокомментировал свои попытки отмыть лицо от зеленки, которой его облили в Барнауле. На кадрах, снятых помощниками Навального, видно, что политик идет по улице, общается с местными жителями. В этот момент к нему подбегает мужчина и брызгает в лицо жидкостью. Остановить или поймать нападавшего не удалось. По данным самого оппозиционера, автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, припаркован у здания местной администрации. Позже Навальный записал обращение к своим сторонникам и заявил, что такие акции его планам не помешают. Может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я их точно буду записывать, потому что меня посмотрит еще больше людей, и меня это совершенно точно не остановит. Обращаюсь ко всем, обязательно участвуйте в митингах по всей стране 26 марта против коррупции. Мы обязательно победим. Добавлю, что в Барнауле Навальный участвовал в открытии своего предвыборного штаба для подготовки избирательной кампании 2018 года. При этом власти Барнаула запретили политику проводить антикоррупционный митинг 26 марта. Отмечу, что в этот день оппозиционер намерен провести акции сразу в нескольких российских городах и потребовать отставки премьер-министра Дмитрия Медведева. Недавно Навальный опубликовал расследование, в котором рассказал, что премьер-министр России пользуется чрезвычайно дорогостоящей недвижимостью и яхтами. Все это, по данным Фонда борьбы с коррупцией, оформлено на некоммерческие организации, которыми управляют люди из окружения главы правительства. Добавлю, что власти Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода уже отказались согласовывать проведение акции. Столичные мэрии считают, что шествие по Тверской улице помешает движению транспорта и пешеходам.